Подготовка к тренировке – дело не менее ответственное, чем сама тренировка. И мяч накачать необходимо правильно, и масло подлить в двигатель до нужного уровня. За 2 месяца ребята явно соскучились по игре. Календарь соревнований подвергся серьезным изменениям. Чемпионат России по мотоболу должен был стартовать в конце апреля, а Кубок России пройти в начале мая. Создать новое турнирное расписание – дело нелегкое. Сейчас мы делаем календарь игр, отправляем в нашу федерацию. Она делает запросы по регионам. У нас Ставропольский край, Краснодарский край, Владимирская область и Московская область. Регионы подтверждают вот эти числа, которые мы укажем в календаре. С июля начнем календарь. Таким образом, предварительно планируется, что в Краснодарском крае с 20 по 26 июля проведут Кубок России. Там же состоятся первые игры чемпионата России, одна из финальных игр которого пройдет в день города Видное. Несмотря на то, что это только планы, подготовка ведется серьезная. Два круга, левое, правое. Воздухе. Воздухе. Воздухе, Гена, левое, правое, поехали. Тренеры отмечают, что месяцы в самоизоляции не прошли даром, но они уверены, что набрать потерянную во время вынужденного простоя форму спортсмены смогут всего за 3-4 недели. И это благодаря тому, что они совсем не бездельничали. Занимались, каждый индивидуально физически готовились к сезону, приседали, отжимались, кто бегал, кто на дорожке, кто на тренажере, велосипед. Пришлось отказаться от планов по проведению в этом году в Видном чемпионата Европы. Для этого мероприятия намечалась масштабная реконструкция стадиона. Полностью ее сделать также не получится. Но какие-то новые элементы инфраструктуры можно будет увидеть совсем скоро. Вот здесь будет новое электронное табло, комментаторская будка, ангар для хранения мотоциклов и ремонт в наших раздевалках на Садовой 10. Все остальное... Покрытие поля и трибуны, видимо, будет уже на следующий год, реконструкция будет проведена на следующий год перед чемпионатом Европы. Планируется, что чемпионат Европы пройдет в Видном в 2021 году со 2 по 7 августа. Хочется надеяться, что все озвученные планы воплотятся в жизнь, и мы снова сможем поболеть за наших. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.